Антай – это рай для семейного отдыха. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале «Мама на море». Это канал об отдыхе и жизни в Турции. Сегодня у нас не простой обзор, а обзор дневного пребывания в отеле. Дело в том, что мое видео про IC Green Palace Resort набрало на YouTube 55 тысяч просмотров. Если вы еще не видели это видео, заходите обязательно по ссылке, вот она, и внизу в описании. И пиар-команда сети отеля IC Green позвали нас в отель IC Santai Family Resort. Так что давайте начнем смотреть, как здесь отдыхается в июле 2021 года. Так, у нас тут приветственный напиток прямо при входе. Можно выбрать шампанское, либо лимонад и вот такие вот милые десертики. Такой вот сервис. Прекрасно в кабанах. Для нашего отдыха нам предоставили кабану. В номерах мы не размещались, но я вам в этом видео тоже покажу номера. Давайте расскажу, что такое кабана. Кабана – это вот такой вот домик, который располагается на первой линии пляжа. У вас здесь есть лежаки, есть вот такие вот, такая вот беседка. В ней есть холодильник, сейф, электричество, зарядка. Стоимость пребывания в этой кабане входит вот такой набор шампанского и фруктов. Также здесь осуществляется сервис, когда вы можете заказывать по меню любые напитки, фрукты вам сюда приносят и, конечно же, саму еду из ресторана тоже сюда приносят. Такой сервис стоит 49 евро на данный момент, и потом вообще цена меняется, и мне сказали, что через несколько месяцев здесь уже будет 65 евро стоит вот эта вот услуга. В отеле есть виллы, и есть еще группа кабан, которые прикреплены к виллам, и тогда кабана идет бесплатно, она включена в стоимость проживания в виллах. Детский клуб на инспекцию, потом она нам расскажет, как здесь ей понравилось, во что играла. Детский клуб тут, конечно, просто гигантский, как я вам говорила. Особенностью этого мини-клуба является то, что здесь он разделен на три возрастные группы. Для каждой возрастной группы есть отдельная комната, кондиционированная, и вот здесь посередине такая большая игровая площадка, на которой, соответственно, я сейчас присутствую. Здесь нет ресторана, и если вы хотите идти в зону детского парка, то вам нужно будет идти со своими детьми самостоятельно. То есть он не включен в зону, охраняемую, скажем так, работниками мини-клуба. Так. Заходи. Мерва. Наталья. Алиса, это Наталья. Смотри, какой тут клуб. Тут проводят всякие мастер-классы по приготовлению еды. Здесь у нас есть молочко и водичка для деток. Комната для малышей. Очень крутая вещь здесь, это панда парк. Смотрите за мной, это такая вот полоса препятствий из разных лесенок, из сеточки. Здесь могут лазить дети с 8 до 17 лет. Взрослым даже вот такого формата, как я, сказали нельзя. Очень жалко. Очень бы хотелось. Соответственно, Алисе, ей пока 6 лет, тоже пока нельзя. Вот, молодец, не боится. Так, тинейджер-клуб у нас. Это тинейджер-клуб у нас с 8 до 16 лет. Здесь бильярд у нас, здесь игровые PlayStation, настольные игры, настольный футбол. Вот. До скольки он работает по времени? До 11 вечера. Ага, супер. То есть можно тут на целый день. Ох, тут так хорошо, так прохладненько. Ребята, классно. Здравствуйте. Привет, ребята.
Угу. А вот это вот диджейская установка тоже? Да, у нас здесь музыка, все, диджейская установка. А кто их учит диджеять? Это ж сложно? Ну, они просто включают музыку пока что. Смотрите, здесь есть кинотеатры. Их несколько, они прям самые настоящие кинотеатры. Свет здесь не включить. А. Вот. Так, у нас лобби-бар. Красиво. Мераба. Как пахнет тут чистотой. Так, смотрите, здесь у нас есть вот такие насыпные чаи. Можно выбрать Earl Grey. Это все турецкие такие смеси, которые мы можем здесь заказать. Нам такой чайничек сделают. Прикольно. Сейчас мне покажет номер. Смотрите, внизу у нас покрытие ковровое. Тейк. Все-все-все, заходим. Друзья, и у нас традиционный обзор номера. Немножко он не традиционный, потому что в этом номере я сейчас, как я вам говорила, не живу. Я приехала на обзор отеля. И хочу вам показать, соответственно, стандартный номер 2+1, в котором могла бы разместиться наша семья. Двое взрослых и один ребенок. У нас здесь, получается, есть зона, где можно поработать, прихорошиться. Здесь две кровати. Могут быть в номере сразу объединенные кровати. Здесь мне показывают разделенные кровати, раскладывается вот этот вот диванчик, также могут предоставить отдельно детскую кроватку и отдельно еще, ну, такую кроватку, чтобы не раскладывать диванчик. Вот, значит, здесь у нас есть телевизор, есть кофейно-чайный наборчик, вот у нас набор, который у нас в мини-баре, здесь у нас есть сок, здесь есть пиво Эфес бутылочное, попрошу заметить, и все разные колы, фанты, спрайты. Тут сейф. Соответственно, сам шкафчик. Тапочки. И ванная комната. Соответственно, набор гигиенический. Сейчас в хороших отелях во всех дают здесь маска, дезинфектор. Это у нас мыльца. И здесь у нас получается разные кондиционеры, лосьоны и так далее. И ванная, попрошу заметить, здесь ванная есть. Если вы отдыхаете с детьми, то это всегда очень полезная вещь, и не во всех отелях она есть. Ну и вид из нашего номера. Здесь такая приятная музыка играет. Видно весь отель. Смотрите, какой он яркий, праздничный. Так, в этом отеле IC Santai Family Resort, вот такое длинное название, есть еще отдел с виллами. Это практически такой отдельный мини-отель внутри отеля. У него там свой ресторан есть, я вам сейчас все покажу. И сейчас мне покажут номер Star Up, называется, для больших семей, который находится в отделе с виллами. Поедем мы сейчас туда на маленьком гольф-каре. Поехали. Yes! Так, мы пришли в зону прекрасных вилл. Смотрите, как здесь, какой, не знаю, европейским духом пахнет, как говорится. Здесь есть две речки, таких два посередине бассейна. И у каждой виллы есть выход, соответственно, к этому бассейну. Наша вилочка. Вот, смотрите, здесь у нас большое такое пространство большое для отдыха. Здесь мы можем отдыхать.
Очень здорово. Вот такой дом, можно две семьи, то есть если вы хотите вместе поехать, две семьи, можете взять такое место, у вас тут будет лужайка для отдыха, зонтики свои. Так, вот получается первая спальня, здесь у нас есть шкафчик, есть телевизор, и это больше как детская, да, получается спальня. Кстати, стиль единый, видите, такие, с одной стороны морской, с другой стороны восточный. В детской комнате есть своя ванна, конечно же, только здесь у нас душ. Здесь у нас зал находится, тоже есть телевизор. У нас получается чайный набор. Здесь находится мини-барчик. В принципе, наполнение такое же, как я вам показывала. И вторая спальня. Это все у нас находится на первом этаже. Вторая спальня. Здесь, соответственно, туалет. Ванная большая, с ванной. Ванная комната с ванной. Здесь такая вот тоже еще третий телевизор. Большое зеркало в полный рост. Такое красивое спальня. А здесь у них есть свой отдельный ресторан. Вот он как раз перед нами. А в нем, соответственно, можно и завтраки, и обеды, и ужины проводить. Также можно посещать главный ресторан главного корпуса. Вот как раз Клабхаус понесли пироженки. Вот он находится здесь, Клабхаус. Красивые цветочки такие. Давайте в него зайдем. Имитация птичек. Клетка. Зайдем. Ты, красиво тут. Ой, прохладно. Стильно. Да, я готова погрузиться в мир водных развлечений Сантай. Сантай Фэмили Резорт. Здесь уже на главном бассейне происходит какое-то невероятное акваэробика. Почему невероятное? Вероятное. Просто очень веселое. Музыка играет, а мы хотим сейчас пойти в такие вот мокрые душики, дабы охладиться, потому что сегодня жара 40 градусов. Сантай – это рай для семейного отдыха. Холодная вода, это вот в этом маленьком бассейне для младенцев. Вот здесь уже бассейн начинается 0,80 сантиметров, чуть меньше метра, и потом он увеличивается вглубь, то есть здесь могут быть совсем малыши, и дальше увеличение идет. Вот тоже большой бассейн, здесь музыка играет, теннис можно поиграть. Все спортивные игры здесь проводятся. Здесь есть, видите, устройство для людей с ограниченными возможностями. А здесь уже бассейн 1,5 метра пишет. Получается, что здесь есть три зоны с бассейнами. Одна детская зона рядом с детским аквапарком. Вот эта зона, она более такая взрослая, и здесь музыка играет. Третья зона – это релакс, зона, где тишина, покой и красивые такие деревья. Сейчас вам покажу. У нас еще одна зона с релакс-бассейном. Здесь все у нас в тени, красивых деревьев и разноуровневый такой интересной формы бассейн. Там на фоне, видите, беседка в балийском стиле. И здесь вот джакузи.
И еще есть еще четвертая зона, где отдельно аквапарк, и, соответственно, там есть бассейн, который необходим для того, чтобы скатываться с аквапарка. Довольно большой пляж, пляж песчаный. Смотрите, вон там вот находится детская площадка и сами, получается, лежаки. Здесь волейбольная площадка. И Кабанов сервис, он прям отдален от этого всего. Здесь ничего впереди нет. Тише, благодать вообще. Вообще так жарко сегодня, что и обедать, в принципе, не особо хочется. Но я все-таки взяла кофе, конечно же, потому что здесь он очень вкусный. Мою любимую турецкую котлетку я вам сейчас покажу. Обязательно ее попробуйте в Турции. Мне просто нравится ее такой вот хрустящий верх, и внутри она мягкая. Друзья, в этом видео вы не увидите еды. Я решила его выделить в отдельный обзор, потому что и так уже видео очень длинное. Поэтому завтра, точнее через день после этого видео, смотрите видео полностью обзор еды. Нам тут пиво принесли. Холодненькое. Можно здесь, конечно, любой вкус, отсвечивает экран, но здесь есть магнат, ну, все вот это вот корнетто, магнат, твистер, такие хорошие мороженые. Отдельная у нас зона вот с такими вот горками. Здесь их 6, нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Что, друзья, время тестировать горки. Я взяла свою камеру, которая не боится воды, и сейчас буду снимать наши прыжки. У меня такие закрытые горки, клаустрофобия развивается. Я переборю свой страх. Вот. Сниму сейчас, как там будет дела внутри. Вот так, друзья, мы решили сходить в спа. Лилиум спа называется. Красиво здесь. Есть скрытый бассейн. Мирова. Здравствуйте. У нас витаминный бар. Витаминный бар. Решили с Алисой попробовать детокс-коктейли. Как тебе лимонад? Вкусный. Вкусный домашний лимонад. А я попробую вот такой лимонад зеленый. Так, мы зашли в спа. Здесь у нас переодевалка и душевые. Давайте откроем. Тут пока никого нету. Вот душевая. Где, кстати, можно, как нам, переодеться, высушить голову и пойти по делам. Какой номер это? Номер 5. Это номер 5. Номер 5. Тут у нас релакс-зона, конечно, с социальной дистанцией. Не люблю я вот эти, конечно, линии, но что поделаешь, такая наша жизнь сейчас. Тут можно посмотреть на красивый вид. Тренажерный зал 16+. Какой-нибудь серьезный тренажер. Серьезный. Кто мои любители спорта? Мне пишут в комментариях спасибо за то, что показала тренажерку. Вот, я вам еще раз ее показываю. В этот раз не пойду, но тут есть чем развлечься всем любителям спорта, включая кроссфита, бегунам, даже гребля есть.
триатлон, пожалуйста. И различные виды гантелей, жимов и прочего. Даже вот такой вот есть подвешивающаяся штука. В общем, супер. Вот она, зона спа. Здесь у нас, получается, есть стимрум, не работает сауна. Кстати, везде стимрум отключили, потому что ковид, это такая мокрая история. Здесь душики. Здесь массажная комната. Еще одна массажная комната. Ух ты. Вип, вип. Видите, здесь все вместе. И хамам, и сауна, и джакузи даже. Ну что, хамам мы опробовали, нам понравился, понравился сам хамам, там много места, сейчас вам фотографию покажу, есть отдельные комнатки для тех, кто хочет уединиться, там делают индивидуальные массажные программы, и, конечно же, фреш-бары, это прикольно и приятно выпить чего-нибудь такого освежающего после процедуры.